ушей. Гитара – музыкальный инструмент, появившийся в Испании. Гавайская гитара имеет 4 струны, классическая – 6 струн, а в России была популярна 7-струнка. Виолончель – второй по значению смычковый инструмент в оркестре после скрипки. Контрабас – самый большой и самый низкий по звучанию струнный инструмент. Кларнет – хоть и переводится с итальянского как «маленькая труба», но играет большую роль в оркестре. Важнейший из инструментов в оркестре. Скрипки, сделанные сотни лет назад, до сих пор звучат в лучших концертных залах мира. Губная гармошка родилась в Германии и быстро завоевала популярность во всем мире. Найди-ка источник этого звука.